К другим темам. Строительный рынок области находится в упадке. О снижении темпов развития заявили профильные чиновники на совещании, посвященном проблемам жилищного строительства. В этом году выросли объемы производства стройматериалов, но сократился спрос. Кроме того, критической можно назвать ситуацию с кредитованием застройщиков. В Саратовской области оно сократилось в 10 раз. За первый квартал 2014 года юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в прошлом году было представлено кредитов на 8,5 миллиардов рублей. Если мы возьмем параметры сегодняшнего года, это 812 миллионов. То есть фактически финансирование строительства сократилось в 10,5 раз. То есть фактически кредиты не предоставляются банками. Помимо высоких процентных ставок по кредиту, кредитные организации выдвигают жестокие требования к заемщику объекту. Не лучше обстоит ситуация и с выдачей ипотечных займов. После того, как банки повысили ипотечную ставку, жители области практически перестали брать жилищные кредиты. Лишь сейчас, когда ситуация стабилизировалась, ипотека вновь набирает обороты. Но на прошлогодние показатели выйти уже вряд ли удастся. Кроме того, люди пока не рискуют вкладывать деньги в жилье, предпочитая оставлять средства на своих банковских счетах. Нужны механизмы, а не просто сказать, что... Есть сложности. Сложности, это все коллеги наизусть здесь знают, какие сегодня они, как прежде всего строительный бизнес, сталкиваются. А какие механизмы возможны? При всех этих проблемах область остается в лидерах по строительству жилья, особенно эконом-класса. Власти считают, что нужно более активно работать с банками и застройщиками, чтобы исправить ситуацию с кредитами и ипотечными займами. А это, в свою очередь, позволит улучшить показатели в строительной отрасли.